Тарантелла в исполнении Маши Хмыровой звучит экспрессивно и ярко. «Характер этого произведения мне подходит», — говорит ученица. А вот на новом рояле исполнять его не так-то просто. Потому что он еще новый, и на нем сложнее играть. У него еще звук глухой. А там рояль, который у нас, на котором я играла сегодня вальс, на нем легче играть. Потому что уже он долго стоит, его уже все разыграли. На нем легче играть, взять звук, чем на этом. В Зареченской детской школе искусств инструмент появился недавно. Его приобрели благодаря нацпроекту «Культура». На закупку современного оборудования и музыкальных инструментов было выделено более 7 миллионов рублей. Самая крупная и дорогая покупка – это, конечно, наш замечательный рояль Николай Рубинштейн, который стоит в сердце нашей школы, на сцене нашего небольшого, но уютного концертного зала. Значит, этот рояль стоит 4 миллиона 21 тысяч 755 рублей. Кроме рояля Рубинштейн, теперь у ребят есть кларнет и так называемый выборный аккордеон. Благодаря особому устройству на нем можно играть произведения для клавесина, фортепиано, баяна и даже органа. За счет того, что другая клавиатура в левой руке была готовая, стала выборная. То есть это клавиатура инструмента баян. У нас расширяется диапазон, у нас расширяются возможности исполнения аккордов, арпеджио, гаммообразные. В общем, очень много всего. И, конечно, это дает рост репертуара. Только с такими инструментами ребята могут принимать участие в музыкальных конкурсах. А чтобы не только отлично играть, но и знать на зубок нотную грамоту, в двух классах по теории установили интерактивные доски. Такая же появилась и у художников. Они облегчают работу педагогам и помогают ученикам быстрее и качественнее усвоить материал. Наша основная задача – это гармоничное развитие личности ребенка, открытие его способностей и развитие его талантов. И благодаря таким современным приобретениям технологическим, благодаря тому, что мы приобретаем дорогие, очень качественные, прекрасные музыкальные инструменты, мы в полной мере оправдываем возложенную на нас надежду и родителей, и общества. В этом году Зареченской школе искусств исполняется 45 лет. И такие приобретения для нее – лучший подарок. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».